Скрипач и основатель трио «Реми» Арман Мурзагалиев намерен провести концерт памяти своего друга Батырхана Шукенова. Помимо самого Армана, в концерте примет участие Астанинский симфонический оркестр и лучшие музыканты Казахстана и России. Интересно, что песни самого Батыра на этом творческом вечере не прозвучат. Вместо этого гости мероприятия услышат бессмертные композиции таких гениев, как Чайковский, Бах, Сибелиус и Веберн. Инициатором концерта стал сам Арман Мурзагалиев, который таким образом и хочет почтить память великого казахстанского артиста. Состоится этот перформанс 14 ноября в столичном дворце Мира и Согласия. Не пропустите!